дорогие друзья! Всем привет! Сегодня мы приехали в магазин Кипа. Были мы здесь месяц назад. Хотим посмотреть, насколько за этот месяц изменились цены, насколько они выросли или упали. В общем, старое видео в описании, а новые цены пойдемте посмотрим вместе с нами. На первом этаже в магазине Кипа можно приобрести вот такую вот баклаву. Есть по 45 лир, по 60 лир. Есть также чуть побольше кусочки баклавы. Чем она отличается, почему разная цена? Потому что, например, вот эта баклава сверху посыпана фисташками, поэтому она стоит дороже. А есть вот такая вот еще Халка Татлы, стоит рубль 50, иногда мы ее тоже покупаем. Но это обычное тесто в сахарном сиропе. На втором этаже продаются различные аксессуары для кухни. Например, я сейчас себе смотрю вот такой вот аппарат для того, чтобы готовить смузи. Стоит он 139 лир. Вот это вот соковыжималка, кстати, многие турецкие фирмы, такие как, например, Арзум, Симба и так далее, ну, достаточно дешевые, не бойтесь их покупать, они стоят дешевле. Вот, например, Симба, видите, соковыжималка. Но такую, как я хочу, здесь, к сожалению, нет. Стоят они достаточно дешево, но по качеству, в принципе, достаточно хорошего качества. Мы пользуемся и не жалуемся. Здесь представлено очень-очень много видов чайников, пылесосов, холодильников. Вот, например, чайник 159 лир, 399, но это электрические чайники, чтобы делать турецкий чай, не кипятить, а вот они электрические. Например, различные утюги 119 лир, 329, в зависимости от фирмы. Поэтому, если вам нужны какие-то товары для дома, сейчас мы это все не будем обозревать. Если вам нужны какие-то товары для дома, можете сюда прийти. Вот, например, стиральная машина. Какая-то фирма. Фирма LG. 3290 лир. Ну, на входе всегда расположены вот такие стенды, где написано ЧОК и ФИАТ, что означает очень хорошие цены. Здесь прямо на самом входе продаются детские игрушки. Вот такие вот собачки стоят 79 лир. Очень много игрушек детских. Например, ну, маленькие по 34 лиры. Есть вот такие вот собачки, кролики 54 лиры. Много машинок для мальчиков, есть велосипеды и вот такой вот набор палатка. Цены на детскую палатку не выросли, ну и, скорее всего, на игрушки они тоже вряд ли выросли. Здесь отдел с канцтоварами. В прошлый раз мы смотрели карандаши. Сейчас даже, видите, на маркеры есть скидки. Различные краски, очень много канцтоваров. Кто-то спрашивал цены на чемоданы. Скидки на чемоданы 30 лир. Ну, давайте попробуем найти цену. 206 стоил 379, 265. Различных видов. Да, скидка 30%. Стоил 299, стоит сейчас 209. Различные игры. Есть шлемы. Видите, цены на шлемы тоже упали. 47 лир был 59, когда мы были в прошлый раз. Различные ролики 129, 143 лиры и так далее. Детские велосипеды. Все для дома. Различные пледы. 32 лиры, какие-то подстилки, настилки на кровать. Есть вот такие вот подушки с вискозы, наверное, ортопедические, 100% хлопок, стоит 39 лир. Здесь начинается мужской отдел,
жилетки 75 лир, куртки 119. Кстати, магазин Кипа больше не существует. Теперь магазин Кипа официально стал Мигросом. Вот смотрите, мужские пиджачки всего за 91 лиру. В общем, сейчас мы вряд ли поймем, повысились цены или нет, потому что сейчас здесь идут большие распродажи на какие-то товары, ну и практически на многие товары цены упали. Вот такие вот тоже покрывала на кровать или можно использовать как плед, мягкие, да, стоят 79 лир, большой размер, а вот эти вот по 89 лир. Здесь дальше идут лампочки. Вот эти вот лампочки, кстати, мы всегда покупаем в магазине Шок. Они там стоят не 14, а 6 лир. Ну, конечно, не фирмы Duracell, а какой-то другой фирмы. Стаканы. Видите, везде Индирим, везде скидки. Кто-то спрашивал про стаканчики. Здесь 12 штук стаканов турецких. Для турецкого чая стоят 16 лир. А 6 штук стаканов в магазине Шок или Бим вы можете купить за 3 лиры или за 6 лир. Здесь различные сковородки, ну и также многочисленные стаканы. Например, 3 штуки 14 лир, 15 лир. Вот такие вот разные формы есть с различными узорами, с какими-то рельефами. Ну, в общем, 9 лир. 10-15 лир средняя стоимость стаканов. Ну, здесь, придя в Кипу, вы, в принципе, можете приобрести много товаров для дома. 18 лир вот такие. Мы вот такие вот стаканы в Каррефуре покупали за 13 лир. Видите, здесь они чуть цены дороже. На различные соления остались такими же. 9 лир, 5 лир. Вот то, что, например, было по 9 лир, видите, сейчас по скидке 8 лир. Но вот эти все товары лучше покупать, конечно, в Шоке, в Биме, потому что они намного дешевле. На что выросли цены? Цены выросли на тунец. И, к сожалению, в Турции весь тунец вот в таких вот баночках, которых мы покупаем, он в масле. Тунца без масла нет в собственном соку. Вот это вот тоже не очень хорошо. Вот видите, вот этот тунец стоил раньше 15 лир. Вот он у меня на том видео. А сейчас стоит 26. Стоил по скидке, он стоил 15 лир. Обычная цена была 20. Ну, в общем, выросла цена на 6 лир на тунец. Сейчас смотрим. Мы уже дошли до томатной пасты. И маленькая баночка стоила 3 лиры, теперь 5,75. 6 упаковок томатной пасты стоило 7, теперь 11,75. Ну, в общем, цены на томатную пасту выросли порядка 3 лир, они стали выше. Цены на муку. Вот с мукой немножко непонятно, потому что на старом видео 7 лир, здесь повысили на 9 и стало стоить 2 килограмма муки, стало стоить тоже 7 лир, как цена и была. Теперь у нас подсолнечное масло. Вот это вот подсолнечное масло стоило 6 лир. Давайте мы его с вами найдем. А сейчас оно стоит 10, что ли. Также вот это вот масло стоило, друзья, 18 лир. А сейчас стоит 20 лир. Цены на подсолнечное масло выросли на 2-3 лиры. Орехи, кстати, тоже подорожали. Вот эти вот все орехи я всегда беру тоже в магазине Шок или Бим. Ну, например, миндаль 180 грамм 20 лир. Здесь дороже, ну, намного дороже, чем в магазине Шок или Бим. Поэтому в Биме я беру. Поэтому, если хотите купить сухофрукты и орехи, идите в магазин Бим и покупайте с собой вот в таких вот упаковках
даже не на рынке, а в упаковках. Здесь есть очень много разных печенюшек, вафель, ну и так далее. Всего того, что вредно. Также есть органическая мука, стоит 5,75. Без глютена, мука без глютена. Мука для хлеба, для вот таких вот кексов, стоит 7 лир. Есть также какая-то рис без глютена и макароны без глютена. Если ищете без глютена, написано всегда «глютен фри». Вот здесь по ходу дела все без сахара и без глютена, органические, различные органические продукты. Вот органический нут, органический рис, булгур, органическая фасоль. Вот чисто органические товары. И, как я уже говорила, макароны без глютена 11 лир. Вот такая вот упаковка. Здесь 500 грамм. Без глютена стоит 11 лир, а обычная упаковка стоит всего 1,5 лиры. Здесь очень большой выбор шоколада. Ну, например, сколько стоит шоколадная плитка? Вот Милка 6,90, Милка с Орео. Вот такой вот турецкий шоколад Улькер. Эти стоят 3 лиры, вот такая вот маленькая упаковочка. Ну и куча всяких разных жевательных резинок, цены на которые, кстати, тоже выросли. Ну, самое обычное 3,75, 4,75, 10. Также здесь продается свежий хлеб. Вот этот хлеб похож на нас русский. 3,29. Но очень-очень много разных видов хлеба. Цены на хлеб тоже выросли. Если вот этот хлеб раньше стоил 3 лиры, может быть, 3,5, теперь 4,25. Очень вкусный вот этот хлеб, тоже похож на немецкий. Ну и, конечно же, можно купить здесь всякие бюреки, какие-то булочки с начинкой, кексы и так далее. За кусочек кекса, за булочку от 1,5 до 2 лир. 2,5 лиры выше. Баклава 54 лиры. Ну, достаточно низкие цены на баклаву здесь. Ну и различные печеньки, килограмм 21,90. И еще один совет, друзья, когда вы покупаете соки, всегда берите 100% соки. Не берите никакие фруктовые напитки, никакие, вот, например, написано нектары и так далее. Всегда берите 100% сок. По-турецки это 100% сую, эльма сую и так далее. Стоит сок, например, 4,95. А если вы хотите очень вкусный томатный сок, его не стоит покупать, просто покупаете турецкую томатную пасту и разводите с водой и солью. Получается очень-очень вкусно. Вот, например, 100% сок. Нужно всегда аккуратно читать, и если вы видите 100% мейве сую, то это означает 100% сок. Цена на сок порядка 5 лир. Ну, а на различные нектары 3 лиры и так далее. Можете покупать различные лимонады, но лучше купите себе соковыжималку и выжимайте вкусный-вкусный сок свежий. Опять мы берем нашу любимую минеральную воду. Цена, по-моему, такая же, 3,95. И здесь есть еще минеральная вода с различными фруктами. Как я понимаю, цена выросла на 1 лиру. Она была по 5,45, раньше по 4, а теперь стала 6,45, самая дешевая. Также здесь очень большой выбор чая. Мы делали с Айханом видео в магазине, где продается мясо, и там был чай Алтынбаш, вот этой вот фирмы Чайкур Алтынбаш. В описании я оставлю ссылку. Ну а если вы хотите, этот чай не продается в каждом магазине. А если вы хотите купить очень хороший турецкий чай, вот этот вот чай Кур Филис в розовой упаковке. Один из самых лучших чаев. И многие из вас спрашивают, чем отличаются все вот эти чаи. Чай Кур в красной упаковке, чай Кур в синей упаковке, чай Кур в
голубой упаковке. Эти все чаи различных, это различные смеси, они все разные по вкусу. А так они, в принципе, ничем не отличаются. Но если хотите, по мнению турков, приобрести лучший чай, вот чай Фелис в розовой упаковке. Также фирма Душ, неплохая фирма. И, конечно же, покупайте чай в магазинах, в Биме, в Шоке. Он намного дешевле. Не берите на рынке, если вам очень сильно завышают цены. Смотрим цены на сахар. Цены на сахар выросли. Килограмм сахара 5,45, а 3 килограмма 15,95. Также в бывшей Кипе в Мигросе продается рыба. Вот сегодня продают рыбу 17 лир штука. За килограмм какая-то была рыба 4. Ну, сегодня очень много скидок. Вот такая вот сарпа за 14 лир килограмм. Семга 34. И норвежская семга 79 лир килограмм. Мы обычно берем чупру, но здесь я ее чего-то не вижу. И вот такая какая-то маленькая рыбка 11 лир килограмм. Ну, вот эта вот сарпа должна быть хорошая. В общем, в следующий раз возьмем, попробуем. Рыбы, выбор рыбы очень небольшой. А, вот она, чупра. 24 лиры стоит килограмм. Вот эту рыбку мы всегда берем. И многие спрашивают про рыбные рестораны в Алании. Друзья, очень маленький выбор продуктов моря, потому что в море, грубо говоря, ничего не водится, кроме вот этой вот рыбы, которую вы видите здесь. Друзья, еще очень интересный факт. После того, как начал расти доллар, в Турции стали штрафовать и закрывать магазины, где продавцы увеличивают цену. И вот на примере капусты я вам покажу. Вот это вот сделано для того, чтобы магазин не оштрафовали. Смотрите. Они берут капусту за лиру 35 у производителя. Дальше идут налоги. Дальше идут тоже какие-то налоги. И полностью сумма этой капусты получается за килограмм 3 лиры 29. И на все-все фрукты и овощи здесь теперь написаны вот такие вот таблички. Для того, чтобы когда пришел контроль, и сами покупатели видели, что продавец их не обманывает. Я, конечно, не знаю, насколько вот эти вот все цифры верны и прям уж точны, но видите, сделали вот такие вот таблички везде, чтобы вы знали цены закупки и налоги, которые платит магазин. Цены на лук выросли, в прошлый раз были, по-моему, 2,99, теперь 3,20. Ну и картошка также стала 3 лиры 20 куруши за килограмм. И за сколько ее покупают? За 2 лиры покупают у производителя, дальше налоги, и продают за 3,20. Также здесь есть большой отдел косметики, зубных паст, товаров для дома, различные подгузники, крема, зубные щетки. В общем, все, что вам нужно для гигиены. Ну что, дорогие друзья, наш поход в магазин Кипа, теперь уже Мигрос, закончился. Встретили тоже наших подписчиков, которые живут в Махмутларе. Чтобы подытожить, что я могу вам сказать? Цены выросли на товары в среднем от 2 до 5 лир на различные товары. Магазин Мигрос мы ходим очень редко. Мы обычно покупаем в метро, в Биме или в Шоке. И я вам посоветую все-таки за какими-то такими товарами ходить в Бим, потому что там намного дешевле и кофе, и орехи, и оливки, и масло. А товары все те же самые. Поэтому очень жаль, что Кипа стала Мигросом, потому что в Кипе все-таки были какие-то другие товары, отличительные от Мигроса. Затем мы туда и ходили. А сейчас стало все одинаково и очень неинтересно. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь вам ответить. Надеюсь, я удовлетворила ваш интерес по поводу того, выросли цены или нет. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся около вот такого вот красивого фонтанчика. Мам! И продолжаю с мамой гулять дальше. Всем всего хорошего. Пока-пока.